зайди и подпишись, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем приятного просмотра. Слышь, а? Ночные похождения. Всем привет. Иду я вот уже ночью после работы. Решил сократить, так как мне ближе идти через лес. Ничего, у меня есть фонарик. Особо волков я не боюсь. Как говорится, волков боятся, в лес не ходить. Но я волков не боюсь. Мне пофиг на них. Тяжелый сегодня был рабочий день. Устал вот уже. Иду домой. Хочу уже поспать. Сейчас приду домой. Заварю крепкого чая с бутербродом. Что-нибудь еще поел и буду спать. Идти нам еще не очень долго. Посмотрим на звезды. Вот ночью прям красиво смотреть на звезды. Вот мы уже проходим бочки. Скоро я буду возле дома. Чё, я эту дорогу уже хорошо знаю. Иногда после работы по ней иду, по этой дороге. Ну, сокращает 2, а то в 3 раза. По времени занимает добраться домой. Быстрее, естественно. То это в обход, а это прям прямиком через лес. Ой, я уже практически дошел. Что-то я не туда уже иду. Все, я сплю уже. Ой, стол валяется, блин, безобразие. Кто стол повалил? О, какая-то нам записка. Нам кто-то записку оставил. Записку оставил нам. Послание. Знакомый лесок. Уже все, устал. Уже дыхание и то. Пойти в сортир, что ли, сходить? Это плохо видно. Вот еще одну видим записку. Возьмем ее записку.
слышу, ночью здесь ходит маньяк, всех насилуют. Надо здесь быть осторожней. Чья-то машина застряла. Вот. И уже, ну конечно, как же не в России колесо да не спереть. Глядит, машин стоит. Надо что-нибудь спереть. Он спер два колеса. Вот. Еще придут. Два открутят. Как же еще? Два осталось. Нужно еще прийти, два открутить. Может срезать еще. Вот мы уже доходим до дерева. Осталось нам чуть-чуть. Но надо быть осторожнее. Здесь витовский маньяк ходит по ночам. Вот записька у нас еще третья. Скоро мы так весь журнал соберем. Палец так ходить. И журнал наклепаем. Так, мне что-то он впереди не нравится. Двое вон стоят. Или кто это там? Ай. Что-то он сбоку видел. Это просто тьма такая. Дым. Надо было на автобусе ехать. Чё-то я уже все засыпаю. Еще до дома пилить и пилить. Надо быть осторожным. В новостях сегодня передавали. Три жертвы обнаружили в этом парке. Ну, парк, лес. Ну, я называю лес. Днем их сегодня нашли. Как же бы хорошо бы до дома дойти. Или спать уже наконец-то. Этот маньяк задрал уже. По лесу ходить. Но у меня только фонарик. Надо было с работы взять какой-нибудь топор, либо молоток. Прицепил сразу. Ай, все, глаза засыпают. Сегодня как сократить побыстрее домой. Сегодня вроде пятница, завтра выходной. Что? Я на автобусе. Я решился сегодня ехать. Блин. Все, я сплю. Вот он маньяк. Он меня поймал!
канал Life Robot Games. Зайди и подпишись. Ставь лайк, оставляй комментарий.